добраться до комфорта. Колоссальная задача на этот год – заменить почти 90 километров сетей водоснабжения и водоотведения. 24 километра из них построят в Чердаклинском районе. В прошлом году мы запустили второй этап и обеспечили полностью водой качественной, чистой жителей поселка Октябрьский, студгородка, аграрного вуза, Октябрьского сельского лицея, детского сада. В этом году этап новый. Магистральный водовод соединит поселок Октябрьский с районным центром и поселком Мирный, обеспечив чистой артезианской водой около 25 тысяч жителей. Сейчас, в данный момент, мы уже установили трубы на место, как положено по проектной документации. Вот мы сейчас делаем рекультивацию на одном из участков. И будем продолжать дальше. Жажда чистой воды мучила жителей Чердаклинского района давно. В той, что идет из крана, большое содержание марганца и железа, поэтому для питья она непригодна. Вода вот как бы она течет нормальная, прозрачная, а потом она желтеет, как фурацилин добавили. Вот. Ну и воняет, канализация воняет, это невыносимо. Похожая ситуация в Новой Мане, где также многие годы люди спасаются бутилированной водой. Как и в Чердаклах, здесь выручает нацпроект «Жилье и городская среда». 222 миллиона рублей уйдет на реконструкцию системы водоснабжения для 5000 жителей поселка. Пробуриваются 4 дополнительных скважины, строится станция водоподготовки, строится, вот вы смотрите за мной тут, ведется подготовка для того, чтобы здесь установить резервуары с запасом воды. Дело труба, но в этом случае выражение имеет позитивную окраску. Вот в таких резервуарах будет храниться чистая вода. Всего в одном сосуде будет содержаться около 50 тонн ресурса, который начнет поступать в дома жителей Новой Майны. Точно такие же резервуары установят на Новомлыклинской земле, но уже по областной программе «Чистая вода». Проект начали воплощать в жизнь в 22-м, закончит в 24-м году. Водопроводные сети, резервуары, пожарные гидранты и водозаборные колонки обещают установить в срок. В целом на модернизацию водоснабжения в области направят более 500 миллионов рублей. Более 300 миллионов рублей на цели подготовки к топ-сезону и надежность водоснабжения. Только на цели надежности водоснабжения 50 миллионов рублей будет направлено. Это 26 объектов в 10 муниципальных образованиях. По течению не плывем, сами берем курс. Жизненно необходимый ресурс, чистый и качественный, в перспективе должен быть в каждом доме на территории региона. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73.